Туве госавтоинспекторы выявили факт перевозки делового леса без соответствующих документов. В минувшие дни во время патрулирования в селе Усть-Илегест инспекторами отдельной роты ДПС для проверки был остановлен КАМАЗ-5320, перевозивший древесину. Транспортным средством управлял 36-летний казалчанин. В ходе проверки сотрудники полиции установили, что соответствующих документов на использование лесов водитель не имеет. В тот же день около 5 часов утра в этом же селе задержали два КАМАЗа водителей, которых также перевозили деловой лес, не имея при себе документов, разрешающих изготовление и перевозку древесины. Водители, 25-летний житель поселка Сукпак и 53-летний уроженец поселка Каахем, а также перевозимый груз, были доставлены в дежурную часть полиции с целью дальнейшего разбирательства. Данным гражданам грозит административная ответственность, нарушение правил использования лесов.